Достаточно стандартная завязка для трейлера. Метель и перекрытые дороги свели пятерых незнакомцев в одном домике. И тут выясняется, что один из них не тот, за кого себя выдает. У меня сейчас такое чувство, что я описал завязку 40, если не 50 фильмов, которые я посмотрел за свою жизнь. Конкретно этот фильм очень даже неплох. Ему смогли придумать крайне неожиданные сюжетные повороты. Но неожиданны они в первую очередь потому, что они нелогичны. И вы такие сидите, и у вас такие чувства: «Воу, вот это было прям совсем неожиданно! Вот это поворот!» А потом вы такие: «А как они вообще тогда...» Так, стоп! Но если логических дыр не замечать, то фильм действительно очень хорош. Он держит в напряжении, и интересно, чем же он закончится и как он к этому придет. Так что, если обещаете, что не будете вдумываться, то так и быть. Смотрите на здоровье.